Айден, где ты? Айден. Айден, ты вернулся. Скорее. Найди меня.
надо найти Райана. Райан? Райан, ты там? Разрушен. Надо уходить, пока можем. Врата же открыты. Если мы их не закроем, оттуда полезут существа. Нет, слишком поздно. Надо уходить. Выбора нет. Сам знаешь. Взрывчатка. Она осталась там, где нас домашивали. Прикончи, ублюдка, Айден. Thank you.
Конечно, Айден. Будь рядом, ладно? Тут темно. Где-то должен быть фонарик. Тихо, Айден. Ты у меня здесь сдохнешь, чертова! Величайшее открытие, когда-либо сделанное человеком! Утеряно! Из-за тебя, американская сука!
ты! Все впустую! Встречи на той стороне. Давай, Джоди. А, слышишь? Возвращайся. Очнись, Джоди. Не умирай. Очнись. Очнись. Спи, принцесса. Как Нейтан? Когда я его увижу? Я не знаю, зайка. Он 3 дня не выходил из кабинета. Он любил жену и дочь больше всего на свете. Давай попробуем завтра, хорошо? Thank you.
А теперь поспи. Джоди, что ты бродишь среди ночи? Ложись спать. Папа. Что? Что ты сказала? Он выскочил. Мама не успела свернуть. Было не больно. Хватит, Джоди. Совсем не больно. Ты слышишь? Прекрати. Мы здесь, Нейтан. Мы рядом с тобой. Хелен. Лора. Мы любим тебя. Всегда будем любить. Говорите со мной. Джоди, пусть они вернутся. Скажи им, пусть вернутся. Не могу. Они ушли. Прошу, останьтесь. Останьтесь. Я так скучаю. Я не могу без вас. Конденсер в Казерстане уничтожен, и врата недоступны. Теперь только у нас есть доступ в инфрамир. Перед нами открываются новые стратегические перспективы. Мы запустим новые программы с целью поиска источников энергии и разработки вооружения. Мы уже знаем, как привязывать существ
к солдатам. И это только начало. Это гораздо важнее, чем ядерная гонка и освоение космоса. Мы обнаружили новый мир. И теперь мы его покорим. Это начало новой эпохи для нашей страны. Диалог с Пентагоном не склеится. Они там уже обсуждали планы захвата мира. Решила не мешать. Мы в этом участвовали. Все же я зря согласилась. Я думала только о своей свободе, а это глупо. Куда ты теперь? Уеду как можно дальше отсюда. Постараюсь забыть о кошмаре, каким была моя жизнь. Ну а ты куда? В ЦРУ обещают сладкую жизнь. Высший эшелон, гольф, дорогие тачки. Я пока им ничего не ответил, но стоит подумать. Слушай, Джоди, у нас с тобой все было сложно. Я совершил не одну ошибку. Может, попробуем заново? Начнем с чистого листа. Мы с тобой столько всего пережили вместе, вдруг получится. Я не готова. Мне просто нужно время. Прости, Райан. Понимаю. Но в любом случае, я всегда буду тебе другом. А, вот ты где. Нейтан тебя ищет. Ну, пойдем-ка к нему. Пока, Райан. О, знаешь что? Я тут припас бутылочку хорошего виски. Разобьем? Нет, я что-то... Да ладно. Не хочу пить в одиночку. Хорошие же виски. В общем, я за тобой зайду. Идем, Джоди. Не просто принять... Только б не ошибиться. Прислушайся к сердцу. Тогда решение будет верным. Вот мы и пришли. Позвони мне, как закончишь. Ага. Что бы он ни сказал, осторожнее. Войдите. Джоди, я так рад, что ты цела.
свое слово сдержала. Очередь за ЦРУ. Ну, с точки зрения ЦРУ, тебя больше нет. Ты теперь Элизабет Норт. Новая жизнь, новое имя. $500 000. Это за твою работу. Начнешь новую жизнь. В моей новой жизни? Я не хочу никаких напоминаний о старой. Джоди, пока ты здесь, я хочу тебя попросить. Когда моя жена и дочь 15 лет назад погибли в аварии, хотел жить. Я плакал. Бился башкой о стены, спрашивал себя, за что, за что? Почему они? Я не мог больше обнять их. Эта рана не заживала. Но я встретил тебя. И вдруг понял, что они все еще здесь, со мной. Просто я их не вижу. Правительство дало мне все, что нужно для изучения инфрамира. Их интересовало военное применение. А я хотел вновь увидеть семью. У меня ушли годы. Но, наконец, удалось создать вот это. Девочки мои. Позволит нам общаться с духами. Беседы с умершими. Представляешь? А зачем тебе я? Ты поможешь поговорить с ними? Я хочу их услышать. Хочу рассказать, что делаю. Пока конденсер не закончен. Только ты на это способна. Снова хотят быть со мной!
они страдают, Нейтан. Если ты любишь их, если правда любишь, то должен отпустить. Смерть не обманешь. Не обманешь. Смерть ничто. Поняла? Ничто. Прощай, Нейтан. Отпусти свою боль. Здравствуй. Здравствуй, Джоди. Ты поставила нас в трудное положение. Тебя нельзя отпустить. Убить тоже нельзя. Кто знает, кем ты станешь. Выход из этой ситуации лишь один. Мы введем тебе нейротоксин, который погрузит тебя в вечную кому. Тот же, что ввели твоей матери. Простое и элегантное завершение нашего сотрудничества. Прощай, Джоди. Мы всегда будем тебе признательны. Все понял. Решение было у меня перед носом. Помоги, Нейт. Я осуществлю мечту человека. Теперь больше никто не умрет, больше никто не лишится близких. О чем ты? О чем ты говоришь? Защитное поле. Я его просто отключу. Инфрамир заполнит наше измерение. Жизнь и смерть вместе в одном мире. На той стороне не только души. Там смерть. Я победил смерть, Джоди. Все теперь будет хорошо. Ты что,
Не веришь мне? Все будет хорошо. Придумай что-то. Помоги. Скорей. А где же остальные? Винс и Ник? В увольнительный. Полагаю, валяются где-нибудь на пляже. Везунчики. А мне тут надо пару писем отослать. Надеюсь, ты не возражаешь? А потом приступим. Конечно. А? Слушаю. Алло. Алло. Вы держите здесь существ? Боже упаси. Они все внутри защитного поля. Айден? Это ты, Айден? Это не смешная шутка. Чего ему быть здесь? Что, Айден? Где Джоди? Где Джоди, Айден? Веди нас. Так, а дальше? Сюда! Вот там! Да, я понял! Дальше. Сюда. Нам надо ехать на лифте, так? Я вас слушаю. Коул Фриман, у меня допуск 3-й степени, он со мной. Простите, мистер Фриман, у вас нет разрешения для входа на этот этаж.
Может, в виде исключения? Коллега хотел посмотреть. Простите, но это зона 4-го уровня секретности. Вам доступ запрещен. Сделай что-нибудь, Айден. Стол 42, слушаю. О-о-о. Готово. Думаю, вы ошиблись. Проверьте еще раз. Коул Фриман и Райан Клейтон. А, точно. Вижу вас в списке. Простите меня. Проходите. Спасибо. Быстрее, Айден. Веди к Джоди. Сюда. Айден, ты еще здесь? Джоди здесь? Джоди! Нейтан хочет отключить защитное поле. Что? Зачем ему это делать? Он спятил. Надеется вернуть свою семью. Надо ему помешать. Защитное поле. Боже, он это сделал. Отключил! Справишься? Да. Иди. Лесом. Сюда! Быстрее! Нет. Шевелитесь! Живей! Да быстро! Эвакуировать срочно! Может быть, мы успеем включить его, если еще не поздно. Живей! Да вы их убили! Боже! Надо! Они вырвали! Да вы их убили! О, нет! Без тебя, по-моему, блин. Уйди с дороги.
Клейтон, вы должны вывести меня отсюда. Агент Клейтон, это приказ. Я подаю в отставку. Вы все тут сдохнете. Мы все тут сдохнем. Это не лучше. Немедленно покиньте здание. Повторяю, немедленно покиньте здание. Не работает. Конденсор не остановить. И поле не включается. Ничего уже не сделать. Нам надо валить, пока не поздно. Стоп. Еще один вариант. Немедленно покиньте здание. Повторяю. Немедленно покиньте здание. Скорее! Времени нет! Что это такое? Переносное защитное поле. Надеюсь, продержится, пока дойду до конденсера и включу самоликвидацию. Немедленно покиньте здание. Последний шанс. Повторяю. Немедленно шанс не видит. Но он есть. Ты что, с ума сошел? Все, валим. Пускай военные сами свое дерьмо разгребают. Джоди, да? Коул прав. Последний шанс. Защитное поле отключено. Всегда знал, что он другой. Повторяю. Немедленно покиньте здание. В центре купола. Туда никто еще не входил, так что неизвестно, что нас там ждет. Сколько времени у нас будет до самоликвидации? Система не рассчитана на запуск вручную. Взрыв произойдет сразу же. Мы не вернемся. Сара сразу за этой дверью. Мы не одни. Нас пока не увидели. Это наш шанс. Боже. Надеюсь, ты прав. Или наш поход в инфрамир быстро завершится. Айден, привлечешь их внимание. Нам хана.
Джоди, они идут! Господи, как же мне вас не хватало.
только ты можешь все исправить, Джоди. Давай. Ради меня. Джоди, черт, вот где. Что с ним? Он нашел то, что искал. Идем. Надевай мой пояс и уничтожь конденсатор. Уходи, пока я не передумал. Меня тошнит уже от твоих выдумок! На этот раз ты у меня получишь!
Боже, Мурава, что происходит? Близнец, тугое обвитие куманит. Не смогли спасти. Мой сын! Покажите мне сына! Айрин. Мой брат. Мой близнец. Погибший. Айден. Мы не могли расстаться. Наши души связаны. Я любила тебя. И ненавидела тоже. Ты был частью меня. Чувствовать. Я люблю тебя. Стареть. Люблю. Я столько еще хочу сделать. Та сторона. Другой мир. Стать ветром. Звездами. Вселенной. Вечность с Айденом и теми, кого люблю. Где мы живы? Айден? Живой?
С тех пор, как черного солнца не стало, моя память растворяется. Я слишком долго пробыла на той стороне. И это разрушает мой разум. Стирает то, что осталось. Воспоминания перемешались. Они медленно тают. Забываются, как сон поутру. Я не чувствую времени. Уже не знаю, что было до, что после. У меня в голове все происходит одновременно. Словно смотришь один и тот же фильм снова и снова по кругу. Хаос, нагромождение картинок. Я днем и ночью все записываю. Переношу свою жизнь на бумагу. Если я все забуду, страницы заменят память. С момента событий прошло 3 месяца, и расследование продолжается. Власти твердо намерены выяснить, что послужило причиной гибели 283 человек на военной базе Пентагона. Представители руководства заявили, что работают рука об руку со следователями, сообща, пытаясь пролить свет на эту трагедию. В ЦРУ пока оставили меня в покое. Наверное, им сейчас не до того, спешат построить новый конденсер. Они ни за что не прекратят эксперимент. Теперь они знают, что на той стороне. Если честно, мне наплевать. Мне нужно налаживать свою жизнь. Жизнь без Айдена. Сколько я себя помню, я мечтала пожить без него. Одна. Я так хотела стать свободной. Моя мечта сбылась. Как же я теперь несчастна. Как будто от меня отрезали кусок. Все время плачу. Знаю, это глупо. Черт. Я скучаю по нему. Прошли месяцы. Месяцы ничего не делания. Я очнулась. Пришла пора начать все заново. Строить новую жизнь. Это было очевидно. В глубине души я всегда это знала. Мне просто нужна была тишина, чтобы услышать это чувство. Я не сразу поняла, как сильно люблю Райана. Я ведь столько времени была одна, что забыла, каково это — любить.
Мы постарались уехать подальше. Я заново училась любить. Я училась доверять людям, не прятаться и не бояться. В общем, заново училась жить. Мы не говорили об этом. Как будто ничего не было. Как будто того мира не существует. Как будто нам ничто не угрожает. По ночам я вижу. Страшные вещи. Я говорю себе, это просто кошмар. Но это неправда. Мы открыли ящик Пандоры, и его уже не закроешь. Нет. Это не кошмар. Это скоро случится. Я умирала дважды. Смерть больше не пугает меня. Saturday night, and I'm locked up in here! You can't do it, Lee. He's more than amazing.